Компания Nio Technologies занимается разработкой роботов для сельского хозяйства с 2011 года. Первой моделью у компании стал автономный прополочный робот ОС. Робот оснащен электроприводом, 4 двигателя мощностью 110 Вт каждый, что особенно актуально для его применения в теплицах. Обработка посевов осуществляется механическим путем без применения токсичных гербицидов. Автономность работы составляет 3 часа на свинцовых батареях и от 4 до 10 часов на литиевых батареях. Робот может функционировать в 3 режимах – ручное управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, следование за оператором при использовании его на перевозке грузов. При этом максимальная масса прицепа составляет 300 кг. Автономной работы без контроля оператора. Для работы в автоматическом режиме ОС устанавливается в начальную точку при помощи дистанционного управления, а затем ему указываются параметры работы, количество рядков для прополки, их длина и расстояние между рядками. Важными условиями автономной работы являются наличие на посевах листьев или расположение посевов на грядках высотой не менее 10 сантиметров, а также расстояние между рядками от 55 до 120 сантиметров. Ширина поворотной полосы должна быть около 250 сантиметров, чтобы робот мог самостоятельно развернуться и начать обработку следующего рядка. Когда робот завершает прополку, он отправляет текстовое сообщение на смартфон. ОС также способен обнаруживать различные аномалии во время работы, препятствия, посторонние предметы, нарушения рядков. В этом случае робот будет отправлять предупреждения в форме текстовых сообщений. Всего компании реализовано более 100 роботов модели ОС. В настоящее время стоимость робота ОС составляет около 30 000 евро.